В общем, ребятишки, новый влог. Сегодня 22 февраля. То есть сегодня вся мужская половина России будет жестко бухать. Одел цепь на цепь на цепь. Одел цепь на цепь на цепь. Одел цепь на цепь на цепь. Решили зайти покушать самое крутое заведение нашего города. А это у меня чешская карманная кислота. А где ты ее взял, интересно? Вон та милая девушка мне продала. А что ты хочешь? Только так. Дурацкую камеру. Ага, 16 тысяч, блин, камера, блин, дурацкая. Товарищ пресс-секретарь Владимир Владимирович Путина, Песков вместе с нами сейчас. Расскажите о ситуации в стране, пожалуйста. Усы зачем сбрили? Виновен. Надо что-то менять в России. Если не поменять доллар, то поменять свои усы. Ребят, у нас проблема. 22 февраля, завтра праздник, точнее уже сегодня после полуночи. Нас некому поздравлять, кроме нас самих. Где девчонки? Скажите! Пожалуйста, где же вы, наши дорогие? Взяли немножко попить, вот джин какой-то, и там мальца еще на подоконнике стоит, не знаю, что там. Так, чисто, на часок так взяли. Пожалуйста, пишите мне. Это же, типа, вызывает меня на батл такой, и тут должна какая-то музыка такая пиздата играть. И тут такой, и вы даже хотите. И потом вот так. Молодец, только должна музыка какая-то такая играть, потом ставишь сюда. 22 в одиночестве, 22 февраля, 14 февраля в одиночестве, 1 января тоже в одиночестве. Вот такие вот мы одинокие sad boys. Одинокие. Короче, пацаны, блин, походу девчонок не будет. Так всегда. 22 блин, февраля, как лохи, блин, будем отмечать. Давайте же это по одной, чтобы грустно не было. Давай. Как тебе наша туса? Тухляк полнейший. Нет, а сейчас давно нет, все-таки нет, давай переснимаем, все. Типа крутая туса, давай заново, поехали. Как тебе наша туса, Кать? Офигенная туса, вот прям всем советуем. Офиген, да? Вообще. Да, у нас такой каждый раз, мы тусовщики, да, брат? Что, тёлки подъехали? Нет, мы зашли, брат. Чё? Мы ещё пойдём за стул. Тёлки не подъехали? Стул. А я не знаю. Нет, сейчас, пацаны, сейчас, типа, давайте для камеры, типа. Я скажу, тёлки подъехали, вы такие. Да, сейчас встретим, давай, сейчас заново, давайте. Чё? Пацаны, чё стоите, чё, тёлки подъехали? Да, сейчас, наконец-то! Короче, уже 00:30, то есть уже 23 февраля наступило полноправное. А девчонки так нас кинули, так и не приехали, жесть. Очень жаль. Давай, выпьем. Давайте, пацаны. Наконец-то позвонили нам. Нам позвонили, мы ждем кого-то. Мы ждем. О боже. А вот и они. Здорово. Есть Кане. Здорово. С днем рождения. Привет. Привет. Короче, это пацаны. Спасибо. Вот мы вас дождались, конечно, долго ждали. Привет. Мы уже позвали людей. Привет. Она меня хочет. Я выбираю. Жить в кайф. И выбирать. Быстро. Давай. Там будет коробка. Будет коробка. Как обычно я летал во сне. Я нахуярился почти до талала, блядь. Ты американец ебаный сделал. Я американец. Смотри. Жизнь шаль, ёбать. Оп. 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 Через огонь. Такие ты, братан. Мужики, с 23 февраля все! Жить слишком.